Всем привет, бандиты! И здесь могла бы быть ваша реклама. С вами Варпач, мой оператор Катя, вы ее видите вот на другую камеру. И, кстати, видно как-то два экрана, да, наверное, не круто, я не знаю. Ну, ладно, неважно. Мы сегодня будем открывать посылочку от подписчика, от Федора, который является модератором в моей группе ВКонтакте. Ссылочка на него и на группу ВКонтакте будет в описании. Давайте не будем многословно, а просто начнем открывать. Как тут открыть-то ее? Вообще, мы это делаем распаковку после Катиной. Но я не знаю, вставлю я эту распаковку или нет. Ой. Я надеюсь, я там ничего не поврежу. Катя уже знает, что там такое. Я понятия не имею, что там может быть в этой коробке. И надеюсь, я ничто не поврежу. Так. Я почти ее уже открыл. Это самая быстрая распаковка, наверное, из всех, которых у меня были. Открывается. Главное, не по пальцу. Если я попаду себе по пальцу, ставьте дизлайк. А я не попал себе по пальцу. Так, и вот мы открываем, и что мы видим? Какой-то номерочек. Номерок блатной 4482. Открывай и потихонечку все открывай, да. Вау! Вау! Твое самовыражение skinon.ru. Нифига, Федя что-то заказал в skinon.ru для меня. Серьезно? Ты знаешь, что такое? Да, я знаю, что такое. Это майки. И не только майки, они делают мерч все различные. Так вот, так открывается. Вау. Вау, я уже в таком приятном шоке, так сказать. Да, ребята, в приятном шоке. Так, скину. Слушайте, это не открыто. Ты не открывала? А, нет, открывала, наверное. Иди сюда. Она так и была. Вау. Ха-ха, нифига себе. Слушайте, лоу, чтобы вам быть наглядным, да, смотрите, что у меня стоит на, так, подождите, сейчас, что у меня стоит на заставке, давай, что теперь будет рядом, да, с моим, как он называется? Ну, с другой стороны, да, чехольчик. Слушайте, это круто. Это прикольно. И материал такой классненький. Но я с удовольствием буду носить. Почему нет? Всем нравилось смотреть на GTA 5. Теперь всем будет нравиться смотреть на меня. Хотел заказать новый арт, но, походу, теперь не буду этого делать. А что здесь? Твое самовыражение. Здесь какой-то подарочек или что здесь? Сделано из лучших материалов. Вау. Там еще что-то. Это, скорее всего, уже подарок. Вау. Нифига. Да ладно, из Metal Gear, ребятушки, это из Metal Gear. Федя, откуда ты все это знаешь? Ты, скорее всего, договорился как-то с Катей, или как это работает? Блин, я обклею нафиг к чертям все это в Foxhound и буду ходить теперь как Снейк из Metal Gear. Спасибо тебе большое, Федя. Блин, слушайте, эта посылка лучше, чем от всяких там сюрпризаторов и тому подобное. Это большой скиноновский... А, ну это как все это крепится, я понял. Это я потом почитаю. Блин, слушайте. Вау. А Катя, я понял. Я понял, почему Катя говорила мне, давай, давай, записывай распаковку. Она меня разбудила с утра пораньше. Говорит, давай, записывай. Тут приехал с Москвы, пора записывать. Пора записывать и... Понятно, почему она мне это говорила, потому что здесь очень классные подарочки. И коробка реально очень здоровая. Там очень много всего. И что-то я с дотой там вижу большое. Слушайте, а это что-то... А, ну это понятно, это Катя. Катя, давайте, Катя, ты сама распакуй вот это, то, что тебе. На, держи. Так, давай, да распаковывай. Я-то распаковываю. Как тебе маечка? Я уже вижу, что она слинная. Блин, ребята, это подарки, они стоят немалых денег, я так думаю. Вообще... Потому что каждый... Офигеть. Офигеть! Ты смотри, как... Она полностью принтованная, как у Хованского. Это же круто! Офигеть, слушайте. Лол. Это очень круто. Кстати, Катя сейчас в линзах и сзади мои шортики. Так что все окей. Так, ну... Она вообще крутая. Она очень крутая. Ну-ка, по материалу. А, она по материалу, как я тебе, помнишь, дарил вот эту вот? Да, это очень классный материал такой. Блин, прям классненько. Ляха классненько. Бау! Круто, слушайте, тут еще и это коврик или что это? На, снимай. Это коврик или что это такое? Еще, ну слушайте, это коврик, наверное, уже Кати, потому что у меня есть коврик. А покажи, Кать.
У меня коврик есть, вот он, Valve, да, тут логотип Dota, SteelSeries, Logitech гораздо светится. Но это коврик, наверное, Кате. Это вот эти тебе, да, подарок, наверное? Да. Да. Я сначала думала, что это тебе. И вообще, когда я открывала посылку, я почему-то мне казалось, что это тоже Майка. Потому что да. Она так лежала в пакетике. Она очень толстая, причем, когда коврик толстый, ребята, знаете, он не воняет Китаем, как из-под видеокарт от NVIDIA. И он очень прочный будет и не сотрется. Вот у меня, допустим, валовский, он очень тонкий, он порвется и очень быстро и шоркается. А вот этот ни хрена. Это хорошая ткань. Вау, здесь какая-то еще и книга «Метро 2033». Слушайте, проект Дмитрия Глуховского. Я, к сожалению, за всю свою жизнь не прочитал ни одной книжки. Может быть, поэтому я такой недоумок, но... Я постараюсь прочитать эту книжку, потому что «Метро 2033» я играл во все части, перепроходил, если не соврать, по три раза. Первую часть я три раза перепроходил, а вторую часть два раза я перепроходил. И третья, по-моему, еще есть, если не ошибаюсь. «2034», да, «Метро»? А, «Last Light» называется. Тоже перепроходил, ну, один раз проходил. Короче, все безумно круто, проект Дмитрия Глуховского. Спасибо тебе, Федя. Ребята, если вы хотите присылать мне какие-то подарочки, я не знаю... Пишите мне в личку ВКонтакте, либо смотрите в описании. Я к тому времени, как выпущу этот ролик, я, скорее всего, сделаю специальный ящик, куда можно будет присылать мне подарочки. Я буду делать вот такие вот отдельный плейлист уже придется создавать и буду открывать ваши подарочки. Ну, слушайте, вот это безумно круто. Я прямо сейчас это одену. Прямо сейчас. Многие спрашивали, какой у тебя iPhone. 6-й у меня iPhone. Во. Варпач, слушай, ну прям тут это гладенько такая по бокам. Ну все, ребята, я надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Не забывайте подписываться на канал, ставить свои комментарии, ставить большие пальцы вверх. Спонсором сегодняшнего ролика был skinot.ru, я так понимаю. Вот. И Федя, модератор, который Big Boss, находится в группе. Там еще и Миша есть. Ну, Федя, спасибо тебе огромное. Было безумно приятно. Я не ожидал, что столько всего будет в такой маленькой коробочке. Вот, и надеюсь, ты не засветила, да, там, где я живу, походу, ты засветила. Не где я, а где Катя живет. Присылайте Кате туда подарочки. Вот, все. Ну, всем удачи, всем пока, были с вами Катя и Варпач. Кать, можешь сюда помахать. Пока, пока, пока. Тут даже чек лежит. Типа, чтоб я знал, что 431 рубль стоит. Офигеть. Круто.